Итак, сегодня закончился второй выпуск MasterChef Профессионалы 3, и стало известно, кто же вошел в двадцатку. Но чтобы побороться за желаемое место, профессионалы должны были поставить настоящие гастрономические рекорды. Так, сегодня участники работали над парным конкурсом с монопродуктом, а также им нужно было изменить вкус основных ингредиентов так, чтобы судьи их не узнали. А судьи пробовали все блюда вслепую. Допустили ошибку в приготовлении блюд Дмитрий Будашко и Тарас Канарский. Так они под своей коробкой нашли красную свеклу. И на стол судьям участники подали карпаччо из телятины с соусом на основе свеклы. Однако они ошиблись, ведь монопродуктом в этом блюде было мясо, а не сама свекла. Именно поэтому Дмитрий Будашко и Тарас Канарский покинули кухню проектом, даже не дойдя до заветной двадцатки. Также место в двадцатке из-за малейшей ошибки лишились Дмитрий Архипенко и Юля Сытник. Они перепутали ингредиенты двух своих блюд. Поэтому Эктор дисквалифицировал эти два блюда. И таким образом Дмитрий Архипенко, Юля Сытник, а также Павел Еременко и Антон Штип покинули кухню проекта. В парном конкурсе хуже всех со своей задачей справились Дарья Тюленева и Валентин Мартынюк. Именно поэтому они покинули кухню проекта уже во втором выпуске. А на этом все. Услышимся!